Оставить после себя что-то хорошее можно, посадив дерево. И красиво, и полезно. Депутаты советского района обзавелись собственной аллеей в парке «Дружба». Выбор пал на каштаны, дерево-долгожитель. Может и 1000 лет простоять. Зелень, да, это жизнь. Вот с каждым деревом, с каждой посадкой дерева, это как вот новый ребенок, да, появляется. И когда время проходит, мы, к сожалению, тускнеем, а они развиваются. Идея высадить аллею каштанов принадлежит депутатам общественного совета советского района. 30 деревьев предоставили предприятия. В разные годы депутаты высаживали яблони, сирень и вот теперь каштаны. Каштан является символом мудрости и заботы. И я уверена, что в нашем парке «Дружба» он станет символом, знаете, наверное, символом единства, символом дружбы, символом сплоченности и будет радовать наших жителей, наших горожан. Ухаживать за молодыми каштанами будут волонтеры, школьники и студенты учебных заведений, расположенных в советском районе. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.